Именем героев, не вернувшихся с войны, в областном центре переименовали улицу в память о братьях Дюсембиновых. 7 солдат из одной семьи защищали родину во время Великой Отечественной войны. Все они не вернулись домой. Улица Лесная в Павлодаре теперь будет носить имя братьев Дюсембиновых. С такой просьбой выступили жители Иртышского района, а решение приняла ономастическая комиссия. В Великой Отечественной войне погибли 7 человек из одной семьи. У отца Дюсенбе и матери Анапии Жанатасовых на войну отправили 7 детей, 6 их сыновей. Макзум, Нурмагомбет, Ахмед, Махмед, Жакып, Шайкен и внук Камалиден. 4 погибли в 1942 году, 3 в 1943. 7 человек из одной семьи. Они погибли, защищая нашу родину. Пусть они будут примером для подрастающих поколений. Пусть наш народ будет в безопасности, а в нашей стране будет царить мир. В настоящее время установлено место захоронения 4 братьев, 3 пока не найдены. По словам старейшин села, они делают все, чтобы имена героев не были забыты. Этого недостаточно, чтобы сказать, как мы ими гордимся. Я бы хотел, чтобы история нашей семьи дошла до президента нашей страны, до правительства и премьер-министра. Хочу, чтобы про наших предков сняли документальный фильм. Это нужно не нам, не их семье. Это нужно целому государству. Новые названия учреждений и улиц, рассказывающие историю нашей области, служат формированием патриотизма у подрастающего поколения. Евгения Мягченко, Игорь Токпанко, Задосымбек Токай, Ертыс Акпарат.